Друзья, всем привет! Хочу вам показать два варианта инструментов. Это на 40 сантиметров в диаметре и на 50 сантиметров. Вот. Инструменты по весу отличаются, но особо оно не ощутимо, потому что они оба очень легкие. Вот. Оба инструмента имеют настройку и различаются они в звуке. Покажу вам, как звучит инструмент на 40 сантиметров. Звук хороший, и он за счет того, что он поменьше, его удобно куда-то брать с собой. Этот инструмент более мощный, потому что чем больше бубен, тем мощнее резонанс. Вот. Но в принципе оба инструмента хорошие, только у каждого есть свои преимущества. То есть этот поменьше, его можно с собой брать, и он тоже достаточно такой пробивающий и мощный. Этот побольше, если его дома там хранить, то вообще нет проблем. Вот.